Доброго времени суток, мои дорогие подписчики. Как и обычно, вещают Могилевские хроники. Сегодня 1.10.2023. Хочется выступить с маленьким публичным заявлением. Как вы уже могли слышать, ранее были приняты правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, а именно указ номер 297 от 25 сентября, который запрещает использование беспилотников физическими лицами. Как это отразится на нашей деятельности и на дальнейшей судьбе моего канала? Конечно же, мы, как и прежде, будем снимать увлекательные и интересные видеоматериалы, ездить по новым, ранее неизведанным местечкам нашей необъятной родины. Придется обходиться без съемок сверху. Это, конечно же, печально, поскольку практически долгий год, как я вот снимаю видеоматериал на канал, это было изюминкой и делало канал, можно сказать, уникальным. Придется обходиться без съемок с воздуха. Но это не означает то, что наш видеоматериал станет хуже. Нет, будем искать новые способы, искать новые ракурсы и, конечно же, радовать новыми выпусками, историческими рассказами о разных населенных пунктах и местах Республики Беларусь. Это то, о чем я хотел сегодня высказаться. Пишите в комментарии, что вы думаете об этом указе. И какие места, конечно же, посоветуете посетить автору канала «Могилевские хроники». До новых встреч!